Всем кинолюбителям привет! После очередного долгого перерыва канал «Киноиндустрия» вновь пытается возобновить свое вещание, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим о самых громких новинках кино, вышедших за последние несколько месяцев. Впереди вас ждет еще много интересного, поэтому не забудьте подписаться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мира кино. Поехали! Студия Marvel в своей кинематографической вселенной продолжает развивать тему мультивселенных. Встречайте один из самых ожидаемых фильмов 2022 года – «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия». Согласно сюжету, однажды Доктор Стрэндж спасает от гигантского осьминога девушку по имени Америка Чавес, которая обладает способностью открывать порталы в параллельные миры. Пытаясь уберечь новую знакомую от сил зла, Стрэндж обращается за помощью к Ванде Максимов, однако у той на девушку свои планы. Ты нарушаешь правила. Осторожно! И тебя восхваляют. Я нарушаю, и меня клеймят. Несправедливо. Весьма любопытный фантастический боевик с фирменной скандинавской атмосферой на фоне постапокалиптической войны. «Черный краб». Швеция, недалекое будущее, уже 5 лет как бушует гражданская война. Сторона конфликта, которую представляет главная героиня, стоит на грани поражения, и чтобы хоть как-то повлиять на события, командование отправляет группу конькобежцев на другую сторону замерзшего архипелага. Они должны донести сверхсекретный груз, некую таинственную капсулу, которая смогла бы положить конец этой войне. Здесь только мы и наши враги. Это задание будет выполнить очень сложно. Диана! Диана! Студия Sony, в свою очередь, продолжает развивать свою киновселенную, построенную на персонажах, связанных с Человеком-пауком. Помимо Венома, в ней теперь фигурирует и вампир Морбиус. В центре сюжета выдающийся биохимик Майкл Морбиус, с детства страдающий от редкого заболевания крови. В поисках лекарства он решается на рискованный эксперимент, который помимо долгожданного выздоровления, наделяет мужчину целым рядом невероятных способностей. Правда, и плата за такие привилегии высока. Это неумолимая жажда крови. Ты такой? Меня зовут Веном. Да я шучу, доктор Майкл Морбиус, к вашим услугам. Лиам Нисон остается верен своему киношному амплуа и дарит нам очередной крепкий боевик со своим участием. Флэшбэк. Алекс Льюис – наемный убийца, который пользуется безупречной репутацией. И вот, получив очередное задание, герой неожиданно для себя понимает, что не может его выполнить, ведь цель – безобидная 13-летняя девочка. Алекс даже становится на ее защиту, втянув себя в эпицентр криминальных разборок. А усугубляет ситуацию прогрессирующий Альцгеймер, из-за чего мужчина стремительно теряет память. Все мы когда-нибудь умрем. Важно то, что успеем сделать до этого. Хотелось бы верить, что ты хороший человек, Винсент. Если я не смогу закончить начатое, закончи ты. Они должны заплатить. Жесткая и бескомпромиссная лента, основанная на легенде об Амлете, герое повести Уильяма Шекспира. Впрочем, из-за несколько артхаусного видения режиссера картина получила неоднозначные отзывы зрителей. В общем, варяг. Конец 9 века. Подросток по имени Амлет готовится стать королем вместо своего отца. Однако в результате предательства власть захватывает брат короля, что вынуждает мальчика бежать. Годы спустя Амлет знакомится со славянской рабыней Ольгой и при ее поддержке приступает к осуществлению плана мести. Я отомщу за тебя, отец. Я отомщу за тебя, отец. Я спасу тебя, мама. Я убью тебя, Фьёльнир. В 80-х-90-х жанр эротических триллеров был весьма популярен. И вот один из режиссеров того времени решил проверить, как подобное кино воспринимается сейчас. Встречайте, «Глубокие воды». У супружеской пары Вика и Мелинды есть дочь Трикси, они хорошо зарабатывают, а их жизнь похожа на сказку. Для окружающих на самом же деле любовь между ними давно угасла. Супруги даже договорились о свободных отношениях, чтобы избежать хлопот с разводом. Ситуация
ситуация начинает накаляться, когда одного из любовников жены находят мертвым. Вытаскивай его, вытаскивай! Забавная приключенческая комедия – самое то для незатейливого вечернего просмотра. «Затерянный город». Лоретта Сейдж – замкнутая от общества писательница, выпускающая вполне популярные романы. Главным героем в них выступает красавчик Дэш, образ которого в жизни воплощает модель Алан. И вот однажды Лоретту похищает миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам затерянного города из ее последней книги. Алан же решает отправиться на ее поиски, доказав, что может быть героем не только на страницах книг. Лоретта Сейдж, я спасу тебя. Почему ты такой красивый? Мой отец вел прогноз погоды. Киновселенная Гарри Поттера продолжает развиваться с третьей частью фантастических тварей. На сей раз профессор Альбус Дамблдор узнает, что темный волшебник Гриндевальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит мага-зоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча с новыми магическими существами и борьба со сторонниками Гриндевальда, которых становится все больше. Ты и вправду намерен отвернуться от своего народа? Ты, который говорил, что вместе мы изменим мир? Полагать, вы довольны волшебной палочкой, мистер Ковальски? Можно себе оставить? Душевная комедийная драма, являющаяся режиссерским дебютом Ченнинга Татума и его друга-продюсера Рида Каролина, Лулу и Брикс. Бывший военный Джексон Брикс всеми силами пытается вернуться в строй, но из-за травмы головы получает отказы. Когда умирает его сослуживец, Бриксу дают задание – доставить на его похороны боевую напарницу почившего, овчарку Лулу, с целым букетом посттравматических расстройств. Поскольку собака боится летать, сделать это придется на машине, и, разумеется, путешествие не будет простым. Он просрочен, сэр. О, каковы шансы, что я террорист? Выйдите из машины, сэр. Да, без проблем. Он из батальона рейнджеров. Батальон рейнджеров. Она ни с кем не ладит. Уже троих парней в больницу отправила. Привет, псина. Чего вы боитесь? Она же милашка. Не найдется ли у вас номер для нас с подружкой? Пурпурное сердце, ее ранили? Да, ее ранили. Спасибо тебе за службу. О мой бог, я прозрел! Безумно забавная лента, наполненная множеством отсылок к произведениям 90-х, несомненно вызовет приятное чувство ностальгии у фанатов оригинального сериала. Чип и Дейл спешат на помощь. Прошло 30 лет с момента завершения увлекательного шоу, в котором когда-то снимались бурундуки и их друзья. Сейчас же Чип работает страховым агентом, а Дейл не перестает верить, что однажды сумеет вернуться в шоу-бизнес. И вот когда их старый друг таинственным образом исчезает, бурундуки снова объединяются, чтобы спасти товарища. Держись! Спасатели 2.0! Это место выглядит странным. Помнишь этот стиль анимации, где все выглядело правдоподобным, но ничто не выглядело правильным? Несомненно, заслуживает вашего внимания динамичный и драйвовый с искрометным юмором анимационный фильм «Плохие парни». В центре сюжета банда легендарных преступников – волк, змей, паук, акула и пиранья. Они наводят ужас на жителей города, но от правосудия никому не уйти. Будучи пойманными, они заключают сделку, чтобы избежать тюремного заключения. Со временем они даже начинают получать удовольствие от честного образа жизни, но как раз в это время появляется злодей, угрожающий уничтожить город. Акула, твой выход. А можно импровизировать? Можно, только не переборщить. Караул, я рожаю! Мне нужен врач или несколько охранников. Вон с того поста! Эй, вы, срочно бегите сюда! Здесь проводят опыты на беззащитных морских свинках. Я спасу их.
О, да. Хорош, змей, открой дверь. Змей! Ты издеваешься? Задача была спасти, а не сожрать. Уверяю вас, больше их никто не обидит. Очередной мистический триллер с элементами ужасов на всю ту же заезженную тему проклятых домов. Тем не менее, фильм не лишен своих достоинств и, думаю, будет интересен любителям этого жанра. Заклятие. Спуск к дьяволу. В центре сюжета семья Вудсов. Они недавно переехали в новый загородный дом, и не прошло и пары дней, как таинственным образом исчезает их дочь. Вскоре родители обнаруживают, что дом контролирует древняя и могущественная сущность, с которой им придется сразиться, чтобы защитить души своей семьи. Любопытный анимационный фильм, вышедший без лишнего пафоса и шума сразу на стриминг-сервисе. Встречайте, я краснею. Активная и неунывающая 13-летняя Мейлин всеми силами пытается быть первой во всем, чтобы угодить своей требовательной матери. Как-то раз девочка просыпается и видит в отражении зеркала огромную красную панду. Оказывается, это древнее заклятие. Теперь, когда она испытывает сильные эмоции, то превращается в большого зверя. С этого момента жизнь Мейлин превращается в сущий кошмар. О, мой Боб! Любая яркая эмоция выпускает панду. Эбби, ударь меня! Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!